Добрый день, уважаемые зрители, с вами я, ваш эксперт Виталий Клозинский, с вами передача «Додатковый час». И сейчас мы вкратце пройдемся о тех событиях, которые происходили в 19-м туре первой лиги открытого чемпионата КПЛ. Тур выдался очень интересным и немножко неожиданным, в первую очередь, на результаты. Первый неожиданный результат был зафиксирован в первом матче. Между собой встречались команды «Киев-Инфо» и «УБФ». Команда «Киев-Инфо» уже... Мы наблюдаем такую тенденцию, что с каждой игрой она играет все хуже и хуже, что и сказывается на итоговом результате. То есть, при том, что команды «Киев-Инфо» были хозяевом положения, они выбирали удобное время, удобного арбитра для себя, но это им не помогло практически разгромно проиграть команде УБФ со счетом 3-5. А почему практически разгромно? Потому что до 90 минут команда УБФ полностью переигрывала хозяев поля. Счет был разгромный 5-1. То есть команда УБФ была полностью как бы хозяевам этого матча, хозяевам положения. То есть у них были все козыри, это и территориальные преимущества, игровое преимущество, также голевые моменты. Но благодаря компенсированному времени команда «Киев-Инфо» немножко смогла размочить счет и смогла забить два мяча, то есть немножко подсластили пилюлю горечь поражения. В следующем поединке случился очень неожиданный результат, самый неожиданный результат тура. Счет был зафиксирован 2-2. Между собой в ничью сыграли команды «Духовное возрождение» и «Интер Киев». Команда «Духовное возрождение» забила очень быстрый гол на 4-й минуте. И с таким же счетом 1-0 минимальным закончился первый тайм. Во втором тайме команда «Интер Киев» заметно прибавила, смогла сравнять счет. Даже смогла выйти вперед. Дублем отметился Лемешко. Но Сергей Нага все же, как и в матче, между прочим, с командой УБФ туром ранее, забил гол на 87-й минуте, чем добыл для своей команды очень-очень важную ничью. Вот. Итак, счет 2-2, то есть очень неожиданный результат. Далее следуют как бы две технических победы. Это у команды Киев, у команды Боруссия над командами Легенда 2 и Гэлакси. Следующий поединок тура был тоже очень интересным. Подол Ливерпуль, счет был зафиксирован 3-0. Чем интересен этот поединок, то что команда Ливерпуль смогла пропустить всего лишь навсего 3 мяча от лидера чемпионата. При том условии, что в двух предыдущих встречах они пропускали 9 и 7 мячей от команды УБФ и Интер Киев. То есть какая-то тенденция положительная есть какой-то выход из кризиса. Но все же команда Ливерпуль ничего не смогла сопоставить лидеру чемпионата и проиграла в сухую. Но что радует, что с разницей всего лишь навсего 3 мяча. В следующем поединке между собой встречались команды СНВ и Чайка. По словам участников этого поединка, это был один из самых худших матчей в исполнении команды СНВ. То есть команда играла как-то вяло, неуверенно. То есть не видно было, за счет чего команда СНВ собирается в этом матче побеждать. И она не побеждала. Открыв счет на 23-й минуте, команда СНВ дважды пропустила на 77-й и 74-й. Но все же Александр Полежай на 87-й минуте спас очень важное очко для своей команды. Итак, ничья 2-2. То есть команда «Чайка» должна быть довольна этим результатом, но СНВ, конечно же, явно недовольны ничьей. Ну и в последнем поединке тура между собой встречались команды «Самсон-2» и «Валеска Айс». Чем интересен был этот поединок? То, что этот поединок был, можно так сказать, последним шансом команды «Валеска Айс» включиться в борьбу за бронзовые медали. Если бы не выиграли, то у них определенные теоретические шансы были. Если бы сыграли в ничью, все же шансов было больше, чем если бы они проиграли. Но все же они проиграли. Команда «Самсон-2» два мяча забила в первом тайме. Сделал это Заика и Марухин. Также, что хочется отметить, что Заика уже второй раз отличается с пенальти. Вот. Итак, счет 2-2, и уже благодаря этому поединку мы видим четкую картину, кто будет бороться за призы, а кто будет бороться за выживание. А так, по турнирной таблице
Подол уже оторвался на 10 очков от команды Интер Киев, то есть команде Подол только чудо помешает занять место ниже первого. Далее команда Интер Киев 44 очка и Самсон 2 имеет в своем активе 40 очков. Ну, единственная команда, которая может еще вмешаться в борьбу за призы, это команда Боруссия. И то максимум, за что не могут побороться, это третье место. Ну, если команда Интер Киев все свои матчи проиграет, то и в принципе за второе. Ну и далее группа середняков, это Валеска, СНВ, УБР, Киев Инфо, ФК Киев. То есть, как мы видим, в середине турнирной таблицы с мест с 5 по 10 очень большая плотность, то есть 4 очка максимум, это очень-очень серьезно, то есть очень тяжело сказать, какая команда займет 5 место, какая 10. Ну, в поднизе турнирной таблицы, так сказать, с мест 10 по 12 идут команды Чайка, Духовное Возрождение и Ливерпуль. Там тоже разница, всего лишь одно очко. Ливерпуль проигрывает командам Чайка и Духовного Возрождения. Ну и два явных аутсайдера, то есть Galaxy, Легенда 2, тут все без вариантов. Ну и что хочется сказать по бомбардирам, Гусев с командой СНВ, лидер этой команды, потихоньку-потихоньку отрывается от преследователей, и уже ближайшего преследователя он опережает на 4 забитых мяча. В его активе 17 забитых мячей. Так, с вами был я, ваш эксперт Виталий Клозинский. С вами передача «Долгий час». До встречи в эфире и на футбольных полях Христианской футбольной лиги. Всем счастливо!